попробовал посмотреть, потому что я недавно ее купил. Вот. Быстро сел, машину ключ там был. Машина загудела, вязанул. Я не успел, куда тебе, что крикнул, ты куда? И все, вязанул в сторону спецзавода. Так, на трассу уехал. А потом сотрудники полиции позвонили, что Николаевск, ну, магазин стоит, понимаешь. Я, как обычно, дежурю здесь возле амбулатории. Вернувшись оттуда, я не обнаружил нашего УАЗика. Я же вам говорю, подъехал водитель и заглушил машину. Я пьяный, сел, поехал. На какой машине-то? На семерке. Ну. Поехал до Николаевска. Там также подъехала скорая помощь. Вышел водитель, заглушил машину, пошел в магазин. Я также сел, обратно доехал на Надеево. И вот подъехали, ДПС, задержали все больше человечества. В настоящее время в отношении неработающего 28-летнего гражданина возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также решается вопрос о привлечении гражданина к уголовной ответственности по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.